Вот это у нас тут дерби! Мне нравится, блин, прикольно. Лучшее видео. Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Радекс, Крошка, Окрошка, Васаби, Скромник, Алкоголь, Данил, Куёка, Ворон, зовут Рома. Пацаны, поздоровайтесь. Привет всем. Привет. Привет. Здорово. Сегодня мы играем в GTA 5, и у нас сегодня гонки на болидах. Это очень прикольно, ни разу, кстати, это не играл, поэтому если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем гонки. Ну что, ребята, пожелайте мне удачи, я вообще на формуле первый раз в GTA 5 играю, даже не знаю, как она управляется. Блин, я первый, это плохо. А чё это плохо? Тебя выкинут? Нет, я разгон меньше беру, с конца больше. А-а-а, понял. А как ускоряться? На X, да. А вроде тут нема ускорения, да? На них нет. Димас, формулы — это очень вредные машины. Да? Ты можешь на них очень быстро ехать, и у тебя просто колесо взорвёт. Серьёзно? Да. Да отвалите, они... блин, это какие-то гонки реально стрёмные. Ну, ребята, мы любим что-нибудь записывать необычно, поэтому смотрите ролики, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ставайте спонсорами канала, потому что ролики выходят каждый день. Если вы станете спонсором, можно получить крутые роли, эмоджи и всякие прикольные штучки. О, Димас, привет. А что вы мне поотламывали джип у меня? Поломали, пацан. Да слышь, вообще плохо совсем с машины. Я не выйду. Жмёт. А тут можно выбить? Это вредные машины. Я кто-то обогнал. Ого, вы, ребята, конечно, не даете мне шанса выиграть. Димас, я прям перед тобой еду. Так, все, едем очень осторожно, едем очень. Еду. Смотрите, сейчас будем включать весь свой скилл. Я думал, кого я обогнал. Да, и второй круг, пацаны. Хорошо, что я 10 не поставил. Так, обгоняем потихоньку. Димас, у тебя возле карты еще есть, показывается, как твой транспорт поломан. Блин, все, я шестой. О, привет. Был вторым. Че, врезался? Я первый, пацаны, я первый. Отлично. Ай. Ай-яй-яй, Дима, ты че, не первый-то? Да все нормально, не ссыкай. Я... Еще аж есть круги, надо прилобаться к машине. Мне непривычно ездить на формуле вообще. Это очень вредно. А чё ты не добавил оружие сюда? Можно было бы Киёка расстрелять, да и все. А можно было оружие добавить? Да, можно. Да не, давайте так просто погоняем. Ну, хотя в следующий раз мы сделаем с оружием по любасу. Отлично, закрутил как Юлу и валим. Ну, ты же, жопа. Ускорения нет, да? Ни на шифт, ничего вот тут. Есть, на Е. На Е. На шифт у меня. А у тебя, скорее всего, прокачан. А, есть на Е, ё-моё. Ты смотри на Е, смертный. Ты жопа меня. Я ж не знал, что ускорение есть, ё-моё, пацаны молодцы. Ну, аж понял, как они выигрывают? Да, я, меня, блин, заносит как щенка на повороте. А там легко ходить. Надо чуть-чуть отпускать газ только. Я уже понял. Да, мне кажется, уже не догоню. Ого, я врезался. Я понял вопрос. О, я тебя погнал. Ты невидимую стенку. Это тебе специально, это специальный чит-код. Я Димаса обогнал. А я тебе специально дал, позволил это сделать, потому что сейчас тебя опять обгоню. Ну блин, она вообще не управляется, это не машина, это кусок говна. Привет, Дим. Привет. На тебе. Да вы задрали, я вас обгонял полдня. Отстань, блин, тебя. Это не машина, это кусок говнища. Хорошая машина. Ой, я там перевернул. Пацаны, как перевернуться? Никак. А это я тебя переверну? А как я реально перевернуться, если я перевернусь? А просто нажимаешь влево-вправо. Она сама так отрывает. Нужно срочно починиться. А как чиниться? А тут сбоку на круге есть. Пипец, я так хорошо ехал. Аккуратненько. Ходим. Там человека занесли. Я рядом. Не позволю. Позволю. А что если... Не позволю, говорю, никогда. Хорошо.
Ну блин, меня понесло, я так хочу выиграть сильно, ребят, представляете? Ну, знаете, я люблю в такие громкие гонки ради фан. Ну, смотрите. А, у меня машина уничтожена. Как чиниться? Сломано. Как чиниться? Умереть. Ой, второе колесо. Блин, как ехать на ней? Она не едет, пацаны. А, ну, я не знаю тогда. Ты в курсе, что у тебя колеса проваливаются под землю? Да, как это делать, чтоб прошло? А, никак. Ты... Починка. Зажми, зажми F, Дим, зажми F. Здесь починка есть на начале круга. Вы обманщики, F можно зажать было. А, нет, машина восстановилась, стоп. Куёка, ну ты и тварь. В смысле? Да нет, потому что я восстановился, освобождал время, и все, на машина поломана, я. Пиц, третье место, а ехал первым. Ну ладно, прикольно. Отлично, да, новая машина. Вас четверо стало. Офигеть. Да, так и будет, пацаны, так и будет, честно скажу. Я вот так поломался сильно, что я даже не мог крутить колесами, ничего. Ну, Рахит. Вы тоже налабаны, понимаете? Вы задроты, а я на полу задрочестве только нахожусь. Сам ты задрот. А кто давай. Ты? Я нет. Вообще в шестым еду, отстань. Нет. Я всё. В третьем, кайф. Он так хорошо. Не финишировал даже, понимаете? Да, это же самое. Это я. 5 кабаца. Ну что, гонка номер 2. Ура. Приедем опять предпоследним, который я умею ездить. Я последний. Люблю фаниться. Блин, прикольная игруха. GTA 5 столько разнообразных добавили гонок. Веселись и угорай. Так, сейчас я уже выхватил, что надо, когда поворачиваешь, надо маленькую скорость иметь. Я уже это понял. Я за Димаса. Да, тихонечко, да, пацаны? На тебе. Ты тварь. Ну что у тебя такая? Ой, мягкий очень хорошо заходит. Я прям идеально поворот хожу. Я первый. Нет. Я первый. А ты жопа. Ты врезался в меня и оторвал мне все. Да вы задрали ломать машины. Новая машина же, формула. Субас, мы их ведь в аренду взяли на запись на А, потом отдаем, да? Ох ты что. Блин, там кто-то поел, пацаны, спойлер, не надо? За 50 гривен отдам. Кажется, это я. Вот это у нас тут дерби. Мне нравится, блин, прикольно. Лучшее видео. Ну, офигеть. Полетели, 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 пацаны. Летим. Я слышу радио, мне сделали отрыв. А сколько кругов, пацаны? Не знаю. 9. Офигеть. Рома, не-не-не, я тебе не дам сюда обогнать. Ух ты, жопа. У нас тут есть радио, в котором я могу делать отрезку прям в уши. Давай-давай-давай, почини, зато починились. Ах, ГМ сломан. Я въехал в починку, и в итоге я встал не туда. Извините, колоток, но... А ну стой, бейбисет. Нет, пока не толкайся. Извини, я не... Я и так уже почти мертвый. Я тоже. Мне надо ехать срочно на пит-стоп. Пит-стоп там видно. Аккуратно, аккуратно, аккуратненько. О, я вижу Оскар. Что отлично. Вы все толкаетесь? Так это же у нас дерби получается. Знаете, так это небезопасно на Формуле 1 делать дерби. Ну я заметил. Знаешь, они как на соплях, они ведь разваливаются. Ну машина хрупкая, давайте по-честному, да? Колеса поломались, нет. Отлично, мы сейчас кого-то, может, и выиграем. Давай, чуть-чуть. Я не понимаю, какой я еду. А, я третий еду из 9, отлично. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти с нами записать. И все информации, как мой никнейм кинуть мне дружбу, в нашем Дискорде. И будем записывать Гаррис Мод, GTA 5 и разные прикольные игрушки, которые выходят на моем канале. Ура! Я прям за тобой еду. Ну, это мои поздравления. Я четвертый, ты третий. Имей в виду. Ну, я могу иметь вообще. В виду только тебя. Хе-хе-хей! Я почти до финиша дошел. Так, 9 кругов. Здорово. Здорово, просто. Привет. Отлично. Че вы там, догоняетесь потихонечку? Я на второй круг кого-то обогнал. Пока, Дим.
Эх, чуть-чуть еще до пит-стопа. Привет. Че там, нормально все, хлопцы? Нет. У меня нету трех колес. Наконец-то доехал до пит-стопа. А тут можно даже с одним доехать? Все. Я пытался. Ты остановишься, как тебе такая идея? Наконец-то, я починил машинку свою. Я еще на круг отстаю. Не-не-не, нормально, я лечу. Димас, может ты и остановишься? Как тебе такая идея? Мне эта идея вообще не нравится. Здесь мягкие шины очень хорошо сейчас заходят. Да? Скажу, да, очень. Я прям как по маслу еду. Обогнал меня все-таки, словил ветер за мной и поймал. Понимаешь, что мягкие шины, они взрываются? Ну, да. Поэтому лучше брать средние, они хорошо идут. Я не знаю, я на жестких катаю, у меня все отлично. Да, ай, зажоп, в жопу дал. Убей его. Да я буду тебя сейчас машину твою ломать. Сейчас еще разок врежусь. Пошел. На ускорении. Сломано. Не-не-не. Не надо, дядя. А чё? Не надо, дядя. Я не хочу. А тебе придется пострадать. Не надо. Отлично, это был посрач века. А я на пятом месте. Я на четвертом еду, я вас догоню. Догоняю седьмого. Это тоже путочка, на каком месте. Нельзя понтоваться передо мной никому. А я даже и не понтовался, отлично. Я просто тебя обогнал. Отлично, круг 6 из 10, мне нравится. Хорошие гонки, я уже прилобался. Я только пятый доезжаю. Да? Да, мне сейчас в пятый начнется. У-ху-ху. А мы летим по красоте. Йока, я тебя на второй круг догнал. Молодец. Так, починились, поехали. Четвертое место. Все, теперь у меня нет двух колес. Хорош. Так, у меня есть шанс еще. У меня тоже. Так, поехали. Ворон, ты на какой позиции? До седьмой, все. Я просто не могу ехать, все. А, да вот он ты, Ворон. А че я второй? Я должен быть первым уже, ну. Не-не-не. Димас, не будь тебе первым. Чего ты это взял? Так вот следи за своими словами, я должен приехать первым. А должен. Может, первый сейчас закосячит. Может такое быть? Может. Первый не косячит, едь первым. Ой. Где-то такое уже слышал. Я уже второй. Не бывает идеальных людей. Бывает. Бывает лучше. Боже, я застрял. А давайте потом не на формулах. Так мы и так на формулах сейчас. Не на формулах. А, не на формулах? Хорошо, можем. А то, ну, два раза формулу можно уже и свои машины. Ты хочешь читерить? Блин, я накосячил. Я первого догнал, представляете? Все-таки я догнал первого. Я знал, что он накосячит. И я был прав. Ты все равно вторым едешь. Димас. А может, то я по второму кругу какого-то догоняю? Да, скорее всего. У меня задние колеса не восстановились. Не, все-таки я вижу первого. Вижу. А первый у нас это просто Рома. Я его сейчас догоню. Я у него за спиной прям. Ну я седьмой. Он мне на круг. Потом Димас, потом Радекс и потом я. А, Васаби, это ты сзади. Отлично. Хоть бы это был первый. Куёка, нет, Куёка, ты меня огорчил. Я тебя по второму кругу догоняю. Ну, мне нравится отстрел. Баран. Я не в ту сторону еду, я накосячил. Я пропустил значок один. Представляете, я пропустил. Я, короче, срезал за одним человеком, за Куёко. И накосячил. А, я ехал второй, так что я сейчас буду опять ехать второй. Ничего страшного, это, ребята, поправимо. Сейчас догоним. А вот теперь я тебе буду ехать профессионально. Теперь я не буду косячить. Блин, ну закосячу, пропустил значок. Хотел срезать.
поехал за Куёко, а нельзя было ехать. Дим, а вот за потери я тебе не дам подсрачник мне дать. Ну, посмотрим. Дима, это... А кто тебя будет спрашивать? Опа. Не догоню тебя уже. Сильно оторвался, я прям сильно оторвался. Ну, Формула-1 это, скорее всего, гонки реально какие-то выживания. Это надо и еще смотреть на повреждение машины, заезжать на пит-стоп, это очень сложно. Ну, можно не врезаться. Первое место. А нет, ты все равно, когда едешь, ты выходишь по поворот, а не по нашему. А мне очень хорошо ходит. Отлично, отлично. Крошка, у тебя какой круг? О, я второй! Я все-таки обогнал кого-то. Но я точно отстаю. Рад, что я пятый. Я первый, я обогнал! Я первый, я сейчас Дима. Понимаю, у меня один круг. Ты тварь, ты просто тварь, кто это сделал. А я ж тебя даже не подрезал, ты сам. Ты голимый, вот сейчас ты реально голимый. Так никто не делает, на самом деле так никто не делает, не поступает так. У меня колеса пробитые. Так, есть шанс. А, пробили с колеса. Мама. Да не вали, отвали. У меня скоро левое заднее сдохнет колесо. Блин, ребят, ну нет, я не должен. Я должен был заехать на пип-стоп и колеса починить, а я этого не делал. Я увлекся гонкой. Не, я вообще не за... Чтобы вы понимали, я на пит-стоп чистил за колеса вообще ни разу. Не, да, у меня вытерлись они. Не, у меня теперь... Я теперь не финиширую опять, представляете, что я наделал? Ну не обгоняй, ну пожалуйста. Дима, я четвертый еду, привет. Все, третий. Ну блин, у меня колеса повредились. Я косячник. Ну гонка-то хорошо начиналась, я даже первым был. Стой, Дима, а ты на каких колесах ехал? На жестких. Не знаю, у меня тоже жесткие, я всю катку просто ехал-доехал. Ну видишь, ты профессионал. А он это, с бессмертием. А, у тебя читы. Да, сейчас. Конечно, он читает. Ну, раз ребята, знаете что, четвертым тоже неплохо. Просто переусердствовал. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.